была маленькой, но был животный жир, который я не могла убрать. Что я ем за день, будучи веганом без глютена? Вот моя фотография сейчас. Эй, ты в порядке? Я в порядке. А ты? Райли. Итан. Так, я только что вышла из реабилитации. Я не могу ни с кем встречаться. О, ладно. Просто повисеть. У меня была еда и тело, а также другие вещи. Ты помогла себе. Тебе стоит это отпраздновать. Расскажи об основных моментах после реабилитации. Я завела друзей. Мой терапевт думает, что я использую тебя. Что? Я использую тебя. Ты ходила на 12-шаговые собрания? Мне не совсем понятно, как это поможет мне и отключит то, что мой мозг делает автоматически. Что делает твой мозг? Я больше не могу смотреть, как ты так поступаешь с собой. Не доверяй своему мозгу, хорошо? Если хочешь знать, как выглядишь, просто спроси меня, я скажу тебе. Извини, друг, но это не твое дело. Никогда не было. Я помогаю тебе. Ты помогаешь мне. Мне нужен ты. Ты нужен мне. Вот как это работает? Не пиши мне. Могу написать кому угодно. Ты всегда делаешь, что хочешь. Вот в чем проблема. Ты не можешь постоянно беспокоиться обо всем неправильном, Итан. О чем ты? Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Думаешь, это делает меня счастливой? Ты меня любишь? Я не лгала. Ты все еще? Я ценю это. У тебя грустные глаза. Я понимаю тебя.